Левит 21 глава, первые 8 стихов. I will read the same portion in Russian, but for those who don't understand Russian, you can open up your Bibles to Leviticus 21st chapter, first 8 verses. И сразу скажу, что это очень-очень и очень странные стихи. And I'll say in advance that these are very, very, very strange words. И большинство людей, когда доходит до этих стихов, просто пролистывает их. And many people, when they come to these words, they just flip the pages through. Но если мы будем знать, что делает книга Левит вообще, but when we understand what the book of Leviticus does overall, мы будем более аккуратны с исследованием этой книги. We will be much more diligent in studying this book. Понятно, что книга Левит говорит одной группе людей. We understand that this book of Leviticus speaks to one group of people. Она говорит о сынам Аарона, коханим. It speaks to the sons of Aaron, the priests. Это люди, которые были вовлечены в самое сокровенное священство. These are the people that had to deal with the most holy parts of the priesthood. И они даже были отделены от своих братьев левитов. And they were even separated from their brothers, the other Levites. И законы, которые Творец дает этой группе коганим, они были очень-очень серьезные. And the commandments that God gives the priests is very, very strict. И можно сказать, окей, какая у меня связь со всем этим? And we can ask, what does this have to do with me? Эти люди служили в храме, там было несколько другое присутствие Господа. These people served in the temple, and they had obviously they had a different sense of God's presence. И мы должны понимать, что присутствие Творца, оно меняется в периодах времени. And we have to understand that God's presence changes within a different time period. И в те времена, по всей видимости, это присутствие, особенно в храме, было более visible, более реальное. Да, в то время. And in that time, they saw God's presence more visually, more like they felt it, they saw it. Concentrated. И люди, когда нарушали какие-то вещи, они получали возмездие чуть ли не автоматически сразу. And when someone broke a commandment, they saw their punishment right away. Но почему это важно для нас? But why is this important for us? Потому что в послании Петра, because in the letter from Peter, очень четко написано, it says very clearly, что вы царственное священство. That you are the priesthood, kingdom? Yeah, kingdom of priests. Kingdom priestly of kingdom, something like this. И это возводит верующих в Иешуа в определенную категорию параллельного священства того, что было там. And this makes the messianic believers on the same level. Believers in Yeshua at the same level as the priests in what is written in Leviticus. И пускай многие вещи нам приходится воспринимать аллегорически, потому что храма сегодня не существует. Allegorical. And we have to accept what is written here allegorically. In our lives. Но здесь есть очень много принципов, которыми мы можем научиться. And there's a lot of principles here that we can learn from. И я прочитаю эти 8 стихов на русском языке, а вы прочитаете на своем. And you will read the first 8 verses in Russian, and you can follow along in English. Господь сказал Моше, возвести коганим, священник сыновьям Аарона. Священник не должен осквернять себя приближением к умершему родственнику, кроме самых ближайших матери, отца, сына, дочери, брата или сестры незамужней девицы, живущей при нем. Он не должен осквернять себя и становиться нечистым из-за другой родни.
Пусть священники не выстригают голову, не обрезают край бороды, не наносят себе порезов, они должны быть святыми людьми Бога своего. Пусть не оскверняют имя Бога своего. Они приносят на жертвенник дары Господу, пищу Богу своему. Они должны быть святы. Они святые люди Бога своего, потому они должны брать в жены женщину продажную или оскверненную. Не должны брать в жены разведенную. Что святый священник, который приносит на жертвенник пищу для Бога твоего, да будет он для тебя свят, ибо свят я, Господь, источник вашей святости. На самом деле сложные слова. Но очень интересно заметить, что в начале дважды говорится «амор», «амор», «помать», два раза сказано слово «скажи». Interestingly, in the beginning, in the original Hebrew text, it says twice, say to them, say to them. «Ваямар Адона эль Моше амор эль Коганим». И сказал, если можно было пропустить одно из этих «скажи, скажи». And we could even maybe skip one time to say to them, but. Но дважды, подобно как в Новом Завете, иной раз преподносятся слова «Амен, амен, я говорю тебе». But like we see in the New Testament, sometimes it says «Амен, амен, I tell you». Как будто Творец хочет привлечь наше особенное внимание на данные тексты. It's as if God wants to have our full attention, our full focus on these next words. И здесь, вообще в этих главах книги Левит, мы прикасаемся к такой вещи, которая не всем понятна. And in this book, Leviticus, we come to these things that is they're not very understood. Обычно верующие люди, они пытаются сражаться с таким понятием, как грех, sin. A lot of believers try to always battle with sin. Но здесь приводится понимание uncleanness, нечистота, тума. But here we read about uncleanliness. Человек нечист. When a person is unclean. Понятно, что причиной этой нечистоты был тот грех, который в начале наши прародители совершили. We understand that the reason for this uncleanliness is because of the sin of our forefathers before us. И у этой нечистоты есть как бы уровни. And the uncleanliness has different levels. Есть то, что называется нечистота тела. We have the understanding of uncleanliness of the body. И ты просто искупался в душе или по-еврейски принял микву и ты чист. And you just basically take a shower, or like in Hebrew we say, do mikvah, which is a bath. Или есть другой уровень нечистоты. На прошлых недельных главах мы учили его, называется мецура, или злой язык, из-за которого у людей возникала проказа. And in the Torah portions before, we read about the uncleanliness of the our leprosy. Yeah, leprosy, which comes from saying bad words or bad things. И чтобы очиститься от той нечистоты, нужно было жертву зарезать и производить какие-то ритуальные омовения. And to be clean from this type of leprosy, they needed to bring a sacrifice. Но здесь говорится, не прикасайся к мертвому телу, которое было самым высоким уровнем нечистоты. But here we read about that they shouldn't touch a corpse or a dead body because that is the highest level of uncleanliness. И это нас приводит напрямую в Брешит, во вторую главу. And this brings us straight forward to Genesis, the second chapter. Где Бог говорит, если грех совершишь, смертью умрешь. Where God says, if you do sin, you will die. И по Писанию было только один путь искупления. Пепел рыжей телицы. Все, наверное, помнят, потому что на прошлой неделе это учили. And the only way to become clean was the ash of a red cow. И пророчески это было указание на Машиаха. And prophetically, it pointed to the Messiah. И написано в послании евреям, and it's written in the book of Hebrews, что подобно рыжей телице Машиах был выведен вне стана и заклан за грехи наши. And it says that just like the red calf,
Messiah was led outside of the of Jerusalem, and there he was crucified. И стал надеждой на очищение для каждого верующего, любого вида нечистоты. And he became the hope of to become clean from any type of uncleanness. Но возвращаясь к этой главе Эмор. But returning back to this Torah portion. Какие ассоциации она дает нам? Which associations does it give us? Если я читаю этот текст, я сразу вспоминаю Евангелие от Матфея. When I read this text, I automatically remember the Gospel of Matthew. Матфея 5 глава 20 стих. Matthew chapter 5 verse 20. Когда Иисус говорит своим последователям: если ваша праведность не превзойдет праведности их, не можете войти в Царство Небесное. When Yeshua says to his disciples, if your holiness does not exceed the holiness of the priests, you can't enter into the kingdom. Что это такое? What does this mean? Есть несколько путей истолковать. There are a few ways to describe this. Одни говорят, мы достаточно верить в то, что праведность Иешуа покрывает нас. Some people say we need to have faith that the righteousness of Yeshua cleanses us. И я согласен с таким толкованием. And I also agree with this. Но также существует другое место, где Иешуа говорит. But there is also another part where Yeshua says, если вы любите меня, if you love me, то вы должны мои заповеди соблюсти. Then you have to obey my commandments. И также Яков говорит, and James also says, что если мы просто говорим о вере, о святости, о вере, if we only speak of faith and holiness, но не делаем этого, but we don't do anything, то наши слова и наша вера — это пустая вещь. Then our words and our faith is nothing. Нет сомнения, we have no doubt, что жертва Машиаха, that the sacrifice of Messiah, подобно одежде, покрывает нас в праведности, чтобы мы могли стоять перед Богом. Like clothes, it covers us so we can stand in righteousness before Him. Но если мы на основании праведности Машиаха не изменяемся внутри, but if we, having the righteousness of Messiah, don't change inside, и наши слова звучат газ, хвалот, проклятие, and if our words are curses and bad words, или наше поведение в миру, оно не изменилось, и оно такое же, как было прежде. And if our behavior in the world did not change and stays like before, то мы просто стали членами клуба, мы никогда не изменились, мы совершенно не священники Господа Бога нашего. Then we are just a part of a club, and we are not truly, we don't truly belong to Messiah. Но подобно как в недельной главе Эмор, but just like it says here in this Torah portion and more, также в Новом Завете, also in the New Testament, постоянно мы слышим одно и то же увещевание. We constantly hear the same thing. Ваша вера должна изменять вашу внутренность. Your faith needs to change your inside your behavior. И апостол Павел говорит, and Apostle Paul says, я многое уже видел на своей жизни. I have seen many things in my life. Но я все равно продолжаю дисциплинировать себя. But I still continue to discipline myself. Чтобы оказаться достойным. So that I will be found worthy. Это то послание, которое я читаю вот в этой главе Эмор. And this is what the message that we hear in this Torah portion. Вы священство Господа Бога. You are the priests of our God. Через Иешуа мы стали Его священниками из всех народов, из всех наций. Through Yeshua, we became His priests for all the nations, for all the people of the world. Но мы должны понимать, что наша вера — это не только наши слова или наши понимания. But we need to understand that our faith is not just our words and not just our understanding. Но то, что исходит из нас. But what comes out of us. Потому что именно это создает то свидетельство и свет, которые могут изменять мир вокруг нас. Because only this is the witness or the testimony before other people that God is truly inside us. Давайте мы встанем и помолимся, и начнем прославление. Let's all stand and pray, and then we will have our worship team begin worship. Авину Шебашамаем. Heavenly Father. Я прошу Тебя, чтобы Руаха Кодеш,
чтобы Святой Дух I ask that the Holy Spirit производил в нас работу. Would do a work in us. И я молю тебя, Небесный Отец, and I pray to your Heavenly Father, и большие, взрослые и младшие, for the older people and the younger people, каждый из нас, all of us, могли изменяться под действием твоей силы. We, so that we can all change by the power of your strength. И чтобы могли быть светом в этом мире. So that we can be the light of the world. И чтобы существенный плод мог быть виден. And so that people will see the fruit that it produces. Я прошу тебя об этом, Бог Иешуа, Амашия. And I ask you this in the name of Yeshua HaMashiach.